В зале столичного РГУ состоялся финал 4 розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу среди женских команд. Баскетбольный клуб «Гомель-СОШ», уступив в полуфинале Гродненской «Олимпии», в матче за бронзу встречался с «Горизонтом». По истечении 3 четвертей гомельчанки выигрывали у соперника 11 очков, 42-31. Однако в заключительные 10 минут поединка для подопечных Сергея Кулешова все перевернулось с ног на голову. Баскетболистки «Сожа» ни разу не смогли поразить кольцо «Горизонта», а вот у минчанок все получалось. В заключительную четверть они выиграли 17-0 и примерили бронзовые награды Кубка. Обладателем трофея стали столичные «Цмоки», оставившие неудел «Олимпию» 74-56.